в воскресенье. Чтобы покорить американскую оперную сцену, нужно быть очень талантливым. Начала петь здесь, когда мне было только 11 лет. Очень красивым. Да, я пою уже 8 сезонов. Иметь русские корни. У меня бабушка была русская, мама русская. И папу Нобелевского лауреата. Любой возможностью нужно уметь воспользоваться. Невероятная Моника Юнус. Русский акцент. Оперная дива 2.0. В воскресенье в 7 вечера на RTVI.